Это про российский канал. Знаете, что они... Какой на номер? Второй раз за день жители Львова спускаются в бомбоубежище, услышав сирены воздушных тревоги. Но все спокойны и уверены, что все будет хорошо. А вчера, говорят, там спокойно, они даже... Еще на большой раз особо было это страшно. Я, конечно, такая паника, забывала половину речей, потом проходила такая размерзшая сна села. Зараз же все такие приспектованные, спускалась с пути, но уже без паники. Треба бути гумнаразом, треба розуміти, що треба бути відповідальними. Ну, я не спав всю ночь, услышал первую тревогу, разбудил куратора. Спокойно, терпимо. Ожидаем новостей. Настроение позитивное. Верим в нашу армию. Мені дуже тішить, коли всі виходять і кричать, про те, що треба виходити. Тому відчуваю, що ми єдні, ми поруч. І це дуже величезна підтримка.